будет удача, если каждое дело исполнишь как последнее в своей жизни, освободившись от безрассудства, подогреваемого страстями, пренебрежения к велениям разума, лицемерия, себялюбия и недовольства собственной судьбой. Мы более стесняемся своих ближних, что-то они подумают о нас, нежели самих себя. Позор, если в той самой жизни, в которой тебе не отказывается служить тело, отказалась бы служить душа. Ведь смерть есть одна из наших жизненных задач, и для ее решения достаточно надлежащего выполнения текущих дел. Смерть кладет предел способности получать ощущения, которые вызывают в нас стремление к блужданию мысли и служению телу. Знай, что положен предел времени твоей жизни, и если не воспользуешься им для собственного просвещения, оно исчезнет, как исчезнешь и ты, и более не вернется. Если что-либо тебе не по силам, то не решай, что оно невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что оно доступно и тебе. Мир – изменение, жизнь – убеждение. Совершенство характера выражается в том, чтобы каждый день проводить как последний в жизни, быть чуждым суетности, бездеятельности, лицемерия. Если кто-нибудь может с очевидностью доказать мне, что я неправильно сужу или действую, то я с радостью изменюсь, ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве. Не забывай при всяком событии, подвергающем тебя в печаль, опираться на основную мысль. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его счастьем. Смерть и жизнь, слава и бесчестие, страдания и наслаждение, богатство и бедность – все это одинаково выпадает на долю как хорошим людям, так и дурным. Все это не прекрасно и не постыдно, а следовательно, не благо и не зло.
Не довольствуйся поверхностным взглядом. От тебя не должны ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинство. Смотри внутрь себя, внутри источник добра, который никогда не истощится, если ты не перестанешь рыть. Не превозносись, получая, и не ропщи, когда отдаешь. Лишь одно действительно ценно – прожить жизнь по правде и справедливости, сохраняя благожелательность по отношению к людям, даже лживым и неправедным.